Привет-привет. Продолжаю реакции на ваши заявки. Следующее. Следующее. Лилия Нуржан Керменбаев выпустил новый трек. Ему всего несколько дней. 29 мая выпустил. Сегодня 9 июня. Я его скачаю для начала. Нуржанчика я люблю. Нуржанчика мы все любим. Как можно не любить Нуржанчика? Он шикарно исполняет. У него шикарнейший голос. Просто обожаю, когда он поет. И все песни, которые я слышала у него, классные. У меня сохранено намного больше песен, чем вообще можно представить себе Нуржана. То есть у меня там в ВКонтакте просто... Так стоять, подождите, раньше времени началось. Очень красивый вид, такой шикарнейший. Погнали, раз, два, три. Во! Я прям обожаю его голос, поэтому... На русском. Сейчас сердечный приступ будет. Саня. Так и заигрывать с нами. Такой милашка. Блин, когда я на русском пою, не могу. В таком цвете еще интересно снят клип. Очень милая песня, и как обычно, Нуржанчик бесподобен, просто шикарно исполняет, просто огонь. Девочка красивая такая, просто ладненькая, щечки миленькие, глазки, просто красотка. Ой, просто позитив вызывает данная песня. Да. Очень люблю я Нуржанчика, просто обожаю его голос, просто исполнение просто шикарнейшее, бесподобное. Не все поют так, как Нуржан, и Нуржан не поет так, как все, скажем так. В общем, я люблю его исполнение, очень приятно, что есть и на русском строчке, поэтому я просто... За что говорю, я всегда люблю казахов, это то, что они знают два языка, это очень круто, на самом деле. Для меня это очень круто, когда ты знаешь два языка.
Я человек, который, в принципе, знает только русский, и то там, не знаю, немножко, скажем так. В общем, для меня прям, не знаю, я даже по-доброму, по-белому как-то завидую казахстанцам, что они знают два языка. Это круто. Естественно, не все русские казахи знают казахский, но в основном они все равно понимают на казахском. И это очень прикольно, потому что я-то вообще не шарю. Нет, я несколько слов знаю, потому что меня там обучают. Я уже рассказывала про то, что моя настоящая родная бабушка, с которой я никогда не виделась, она много лет прожила в Казахстане. В общем, но я ее никогда не видела. Всем пока.